Февраля, Всемирный день борьбы с раком. Злокачественная опухоль бесконтрольно растет и распространяется на другие органы. Несмотря на это, онкология не приговор. Вовремя выявить рак и успешно его излечить главная задача врачей. О том, как организовано лечение онкобольных пациентов. У нас в округе поговорим с заместителем главного врача по онкологии Одинцовской областной больницы, кандидатом медицинских наук Иваном Каприным. Здравствуйте, меня зовут Карина Еряшева. Вы смотрите программу Формула здоровья. Здравствуйте. Здравствуйте, Карина Игоревна. Расскажите, какие же виды онкологических заболеваний, опухолей существуют? Ну, вообще, их большое количество, к нашему сожалению. Я думаю, что стоит остановиться на топ-5 заболеваемости. Это, к сожалению, рак молочной железы, заболевание кожи, рак легкого, колоректальный рак и рак предстательной железы. Это такой топ, да, среди это, мужчин и это, женщин? Это топ-5 вообще по заболеваемости в Московской области. А как выявляется предрасположенность к появлению рака, да, онкологических заболеваниях? Какие то анализы? Вот я знаю, что есть такой анализ, он называется. Вот расскажите поподробнее, что это, где это можно сдать, у каких врачей? Я предлагаю немножечко зайти как бы в начало, этого пути обследования пациента, потому что на самом деле онкомаркеры уже назначает онколог. Это очень такие специфические анализы, и просто так их всем подряд сдавать тоже неправильно, это является гипердиагностикой. Поэтому я вот предлагаю рассмотреть вообще путь пациента, как он должен быть, и на что вообще пациентам следует ориентироваться, если они хотят за собой следить как положено, и чтобы у них все было хорошо. Все начинается просто с обычной диспансеризации, которая у нас есть. Притом даже есть для наших пациентов шпаргалки. Эту шпаргалку можно открыть на нашем сайте Минздрава Московской области, либо есть у нас онкопортал Московской области, где есть определенные таблички, по возрастным категориям, что человек, мужчина или женщина должны проходить с 18 до 39 лет, что также они должны пройти с 40 до 64 лет, и также что они должны пройти с 65 лет и старше. Поэтому они открывают эту шпаргалку, смотрят все обследования, которые им стоит пройти, во-первых. Во-вторых, они обращаются в кабинет диспансеризации. Сейчас у нас в Одинцовской областной больнице есть даже целый центр, центр да, который этим занимается. И человек туда приходит, ему назначает врач-терапевт после осмотра все нужные обследования. Ну вот, допустим, рассмотрим один из вариантов. Человеку назначается кал на скрытую кровь, как положено. И если результат у этого пациента положительный, то пациенту во втором этапе диспансеризации будет назначена колоноскопия. Ее нужно пройти. Как бы пациента не хотели, как бы это было неприятно, может быть страшно, ее нужно пройти, потому что вот этот анализ, тест, который простой, он уже говорит о том, что что-то не так. Нужно обратить на это внимание. Поэтому человек проходит колоноскопию. Если у него уже там что-то выявляется, либо хорошее, либо плохое, он после этого идет к хирургу, хирург смотрит, это нужно отправить к онкологам, или это можно просто, это доброкачественное образование, которое нужно убрать. И если есть все-таки подозрение на злокачественное образование, то он уже попадает в Центр амбулаторной онкологической помощи, который тоже у нас есть в Одинцовской областной больнице, где уже онколог будет назначать все обследования, которые нужно еще выполнить, чтобы полностью выявить вот, как бы, понимание, да, насколько человек болен. И вот только тогда уже врач-онколог назначает онкомаркеры. Поэтому это длинный путь. Их просто так сдавать нельзя. А на что направлены онкомаркеры? То есть что они выявляют? Они не то, что выявляют. Они для нас являются определенным таким Сопроводительным моментом, если мы заподозрили у пациента определенную локализацию рака, то мы знаем, какие именно маркеры надо сдать. И если они повышены во много раз, то мы понимаем, что, во-первых, да, скорее всего, это у нас наша проблема. Во-вторых, конечно, мы должны подтвердить наш диагноз с помощью гистологического заключения гистологическое заключение получается после биопсии, после того, как каким-то из вариантов, вариантов много, при каждой локализации свой вариант, мы берем кусочек ткани, который потом смотрят под микроскопом наши коллеги-патоморфологи и выставляют уже диагноз. И вот эти онкомаркеры нам помогают потом, мы взяли и знаем начальные цифры. Когда мы начинаем пациента лечить, а лечение может быть комбинированным, и химиотерапия, и либо хирургия, либо лучевая терапия. Мы потом отслеживаем уровень этих маркеров, и мы понимаем, если они у нас падают, значит, мы идем в правильном направлении. Если они у нас э, растут, значит, надо что-то думать и менять тактику. Поэтому они являются путеводной звездой для нас, для онкологов, не для пациентов. А если пациенты их сдадут вот просто так, потому что им хочется... Вот они это услышали и побежали. К сожалению, есть даже небольшое повышение многих маркеров, которые могут отреагировать просто на простуду. И человек переболел серьезно, а у него немножечко завышены эти анализы. Он уже бьет тревогу и думает, что у него что-то не так. Поэтому немножко путь должен быть от обратного: от простого до сложного. Правильно последовать. А, анкомаркеры, они могут показать стадию? По ней можно определить стадию рака? Нет, потому что иногда бывают очень высокие цифры, а на самом деле стадия небольшая. Или наоборот, бывают цифры небольшие, а стадия, к сожалению, большая. Для того, чтобы определить стадию, нам нужно выполнить определенный ряд исследований. Ну, в большинстве случаев я буду объединять все локализации. Это, конечно, дополнительные методы исследования, как... МРТ, КТ, и все это нужно выполнять нашим пациентам только с контрастом. Это очень важно, потому что без контраста эти исследования для нас не информативны. Ну и также колоноскопия, гастроскопия, УЗИ. Ну то есть при каждой локализации врач-онколог четко знает, какие обследования нужно назначить. И уже когда эти все обследования у нас выполнены, мы тогда можем предположить клиническую только пока что стадию заболевания. И эти все документы у нас отправляются по телемедицине на консилиум, на областную консилиум, либо на федеральный консилиум. И там уже мы получаем заключение специалистов, а онкоконсилиум принимает минимум три специалиста. Это врач-онколог, врач-химиотерапевт, врач-хирург и врач-радиолог. Ну, то есть, как бы, врач-онколог, они а все врачи-онкологи, да? И они нам дают заключение, как нужно правильно лечить этого пациента, с чего нужно начинать. Потому что очень много есть даже моментов, когда есть альтернативные лечения. Можно идти по разным путям, выбрать разный путь, и каждый путь будет верным. И правильным, и он поможет, но просто, к сожалению, есть же пациенты пожилые, у кого-то есть комбобитные какие-то осложнения, которым не показаны операции, можно можно вы... выполнить только лучевую терапию или выполнить только химиотерапию. Ну, в общем, очень много вводных, от которых зависит выбор лечения поэтому тут важно, чтобы рядом был понимающий врач и все это было под наблюдением. Да. А есть еще один момент у нас при диспансеризации еще у женщин гинеколога сдается, собственно, анализ. Ещё... Да, 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 да. Вот тоже. Это потому что это очень распространенный сейчас вид рака среди женщин, поэтому, да, он как бы вынесен в диспансеризацию общую. Да, к сожалению, стоит отметить, что вот этот онкоскрининг гинекологический, он направлен, конечно, в первую очередь на рак Матки. А, учитывая, во-первых, то, что это связано все-таки еще история с ВПЧ, ВПЧ-ассоциированный все-таки такой момент, то у нас пока что наше население только начинает вакцинироваться в молодом возрасте. Сейчас появилась вакцина, ее нужно делать в раннем возрасте девочкам и до как бы встречи с половым партнером. Вот это вот очень важная история. И пока что наше население только начинает этот виток, поэтому мы, к сожалению, пока встречаем очень много патологии шейки матки, и вот этот онкоскрининг, а именно мазок, он помогает нам выявить это на ранней стадии. Тут нужно, конечно, обратиться к нашим как бы, слушателям, чтобы они взяли себя в руки и ходили как положено, потому что... К сожалению, по статистике, которую мы видим на данный момент, многие обращаются уже тогда, когда есть запущенность. Когда есть а уже мы... симптомы, да? Да, когда уже есть симптомы. А мы должны с вами понимать, что тем чем запущеннее история, тем сложнее ее вылечить. Мы все онкологи боремся за то, чтобы любую локализацию рака выявить на ранней стадии, потому что мы прекрасно понимаем, чем раньше мы выявили тем больше у нас шанс на полное выздоровление. Представляете, при многих локализациях рака на ранних стадиях мы излечиваем вот, э, людей Для до буквально. 98 Это же очень колоссальная цифра. Когда, к сожалению, пациент приходит уже запущенный, и мы уже даже иногда разводим руками и не знаем, чем помочь, потому что любое специализированное лечение в направлении онкологического мы ему не можем предложить он просто его либо не перенесет либо это лечение ему наоборот не, не то что не подойдет а мы можем просто этим лечением ему укоротить срок жизни к сожалению такие пациенты есть потому что большинство видов нашего лечения это агрессивное лечение и это нужно понимать да то есть у нас же в первую очередь еще человека нужно чтобы он у нас выздоровел да и жил да. а иногда вот чаша весов перевешивает так что мы понимаем что наши все виды лечения наоборот его к сожалению укоротят вот его срок жизни Диспансеризация проходит раз в год вообще рекомендует проходить. Вот насколько это правильно с точки зрения пациентов, да, просто следить за своим здоровьем раз в год полностью проходить этого достаточно, чтобы снизить вообще риск возникновения. Или нужно проходить чаще каких-то отдельных специалистов просто чтобы контролировать, насколько ваше здоровье там соответствует норме? Очень интересный вопрос и очень спорный вопрос, потому что если мы обращаемся к клиническим рекомендациям, которые прописаны, это одно. Но тут еще нужно нашим слушателям э, и к нашим коллегам, которые тоже нас слушают, э, понимать, что каждый случай, он все-таки особенный. Мы должны э, понимать, что у многих людей есть какая-то патология, на которую стоит обратить внимание. Ну вот, допустим, если у человека есть какие-то были язвенные болезни в желудке или какие-то доброкачественные полипы в кишке, этого я просто привожу как пример, то этому человеку уже нужно делать контрольные исследования чаще, то есть не просто вот раз в год, а, да? А не, нет, ну, просто тут нужно понимать, что в клинических рекомендациях, допустим, дописано, что колоноскопию нужно выполнять раз в пять лет, если все в порядке. А если у человека хоть раз что-то выявили, то нужно делать уже раз в год. И это нужно делать пожизненно. То есть, понимаете, тут доктор подскажет, где, на что нужно обратить внимание. Но я еще раз повторюсь, что для того, чтобы вообще с чего-то начинать, нужно каждому человеку открыть вот эту вот шпаргалку, табличку, которая везде есть. И там написано, что вот женщине в таком-то возрасте нужно посетить гинеколога, сделать УЗИ, в полости, с 40 лет сделать маммографию молочной железы, там все это написано. Притом я вам больше скажу. Сейчас в Московской области появились очень э, инструменты легкие для наших жителей. Вот, допустим, что касаемо молочной железы. Сейчас любая женщина может записаться на маммографию по самозаписи, не, даже не приходя к доктору. Ей будет и высвечивается такая, такой бегунок, шпаргалка, где написано, с какого возраста можно это сделать, в какой день цикла это можно сделать. И она записывается, приходит без, как бы, без лишних вот этих вот хождений по поликлинике, делает это исследование и уже с результатом попадает к доктору. То есть сейчас делается максимально все, что попросить, и сделать это доступным для пациентов. Я должен сказать, что еще проходят акции, и мы очень много вывешиваем баннеров, знаете, там приведи своего мужа, потому что женщины у нас в этом плане более дисциплинированные и ответственные. Они чаще ходят к доктору. Мужчина, к сожалению. А может быть, потому что больше страха, может быть, еще какие-то внутренние моменты, они не так вот не хотят. Принято, И да. поэтому, вот мы предлагаем вот эти всякие у нас выскакивают такие брошюрки, рекламки, где приведи родителей, приведи мужа, приведи там, дети, приведите своих да, там, родителей или приводите своих друзей. Ну, в общем, тут нужно, к сожалению. Всем нам объединиться вместе вот и бороться против рака, да? Потому что мало просто докторам э, на это обращать внимание. И спасибо вам, вот благодаря вашей программе мы сейчас нашим слушателям вот это все расскажем. И я надеюсь, что какой-то процент, а после того, как нас с вами услышат, встанут и пойдут в поликлинику, запишутся к доктору, и он уже скажет, что нужно сделать. Тут нужно просто взять, собраться и стать, потому что не стоит ждать каких-то симптомов. Симптомы уже, к сожалению, появляются тогда, когда уже все не очень хорошо и достаточно э, выросло наше, вот, э, наше образование, уже подросло. Ну да, все хотят сэкономить время, не хочется тратить, думаешь, ой, ну вроде ничего не болит, а это надо к врачу прийти, надо записаться, надо как по привычке очереди как будто отстоять, ну и поэтому не ходят. А вот вы рассказали, да, мы так чуть группы риска, да, немножко обсудили, что это там есть возрастная история у женщин, да, что тем старше она, тем больше там анализов ей нужно сдавать. А вообще рак это сейчас наследственная история или это приобретенная? Вот э, какое сейчас вот это соотношение. То есть есть Значит, такое, что если у тебя в роду там кто-то болел раком, то скорее всего у тебя есть предрасположенность именно к этому. Это так действительно? Да, это так действительно, но это один из факторов возникновения, да. Это вообще происходит мутация деления клетки неправильная. Что такое рак? Да, это неправильное деление клетки. Неправильные клетки быстро делятся, к сожалению. А Организм их не воспринимает как чужеродную клетку, но ну, каких-то вариантах, да? И она быстро делится, и вот появляется образование там или метастаза. Это я для народа не научным языком объясняю. Вот. А что касается, давайте разберем наследственный фактор и вообще на что стоит тоже обратить внимание. Наследственный фактор есть, и если у кого-то из людей по древу что-то было, то, конечно, нужно обратить внимание. Есть у нас главное правило. Вот, допустим, если у вашей там, мамы или у, у папы выявили злокачественное образование любой локализации, допустим, выявили в 45 лет, то ты в 35 лет уже должен обследоваться. За 10 лет до того, как выявили данную патологию у вашего родственника. Это вот Одно правило, которое нужно. А почему именно такой срок интересно? Ну, потому что обычно выявляют опять же повторюсь, на поздних стадиях человек уже ходит года три с этим. Ну и потом мы же хотим это поймать в начале, и мы заблаговременно, как говорится, превентивно все-таки пытаемся настроить родственников на то, чтобы они за собой следили. Ну, вот такое было принято решение. Я всем пациентам, которые приходят с родственниками, вот прям сажусь и объясняю родственникам. Вы, конечно, сейчас здорово, что обследуете своего папу или маму, или неважно кого, но сейчас вам нужно параллельно и с собой уже заниматься. Потому что, говорят, а мы вот даже никогда и не приходили к врачу. Знаете, вот эта вот коронная фраза, когда я всегда был здоров, а вот сейчас заболел. У меня есть всегда такой пример. Я его слышал от очень многих известных онкологов, врачей. И тоже его привожу. Мне очень нравится. По поводу машины. Мы очень многие ездим на машинах. И мы привыкли делать техобслуживание машине каждые 10-15 тысяч, либо и каждый год. И считаем, что это нормально и как положено. Вот нужно наше мировоззрение и наш человеческий менталитет перенастроить в это же русло, чтобы люди также к себе относились, как к своим вещам. Если мы будем каждый год за собой следить, даже если мы что-то будем лишнее выполнять вне плана диспансеризации, в этом ничего нет страшного. Но это, конечно, делает человек сам по себе. Есть, конечно, строгие правила назначения исследований, которые может предложить больница, и их надо выполнять. Это что касаемо э, наследственности? Это что касаемо наследственности. Какие еще у нас факторы риска? Значит, в первую очередь, это, конечно, курение. И курение очень сильно влияет на э, рак легкого. Э, просто, чтобы вы понимали, риски того, что человек заболеет, э, курящие у него возрастают э, в 9 раз. Да? Это по одним данным. По некоторым данным цифра намного больше. Поэтому вот просто задуматься, да, это не говорит о том, что все, все кто, кто курят, они будут больны. Нет, просто те, кто курит, у них риск больше. Также в зону риска входят люди с избыточной массой тела, те, кто злоупотребляет алкоголем, люди, которые питаются... Вот, допустим, колоректальный рак реагирует на злоупотребление красным мясом. То есть очень много... Также есть, вот я должен отметить, также есть профессиональные вредности, химические канцерогены, там, которые тоже влияют на это все. И работодатели вот, на заводах, допустим, лакокрасочных заводах, да, где краски у нас делают, они должны своих сотрудников беречь от этого и обследовать более детально. <laughs> Чаще, что, допустим, у допустим, рак мочевого пузыря как раз вот возникает в большинстве случаев у тех пациентов, кто работает с красками или не только люди, кто кто просто вот там маляры, да, те же самые. То есть есть определенные вот эти факторы множественные, которые в своем у них есть своя своя точка, по которой они бьют. И вот мы не можем сказать, что это все плохо или все хорошо. Каждый пациент точнее, прошу прощения, не пациент, человек. каждый человек выбирает для себя свою жизнь. И он должен понимать, что если он в чем-то злоупотребляет, то значит ему надо на это обращать внимание, либо ему надо менять образ жизни и просто это вычеркивать как бы из своего там, рациона питания, допустим, что-то, или, или какие-то вредные привычки, надо их прекращать. Каждый человек взрослый принимает решение. Мы вот обсудили да, такой момент про наследственность, что это действительно так, что он действительно влияет. А еще какие заблуждения есть у людей, у пациентов в том числе, с формой лечения, вот про химиотерапию, да, что если делаешь химиотерапию, волосы выпадут, все, это как бы жизнь обратно не вернется и так далее. Вот с чем приходится сталкиваться вам, как практикующему врачу? В первую очередь я хочу наших слушателей попросить, чтобы они не читали в интернете очень много неправильной и неверной информации. Если вы хотите почитать, то открывайте статьи медицинские и читайте. Там хотя бы вы для себя возьмете что-то полезное и, и правду. К сожалению, есть определенное шарлатанство тоже. Да? Мы же понимаем, что многие на этом построили бизнес. Мы это не можем отметать. Поэтому вот это первая просьба. Вторая просьба. Нужно понимать, что даже если... К сожалению, да, волосы могут на определенных лекарственных схемах выпадать. Но нужно понимать, что когда лечение пройдет, они отрастут. Этого бояться не надо. А вообще есть много возможностей. Можно одеть парик. Есть люди, которые проходят химиотерапию, работают. И никто на работе даже не в курсе, что человек лечится. Потому что ну, не видно. То есть очень многие вопросы решаемые, и не нужно как бы себя накручивать и бояться Ну да, что мне кажется, это самое главное пыль. заблуждение это вот то, что если у тебя обнаружили там рак, злокачественную опухоль, то это значит, что, ну, что все очень плохо, да? что сразу люди впадают в какую-то депрессию, апатию и начинают искать альтернативные методы в вот лечения про то, что вы говорили, да, они в первую очередь не к врачу идем, чтобы понять вообще что и может быть там не так все страшно, вот мне кажется это тоже ну, одно из да, потому что, конечно, мы все-таки занимаемся доказательным, у нас доказательная медицина, и мы лечим по клиническим рекомендациям. Как будут влиять на заболевания какие-либо травы, там я, к примеру, привожу мази там или прикладывать подорожник, таких исследований никто не проводил в мире. И никто не знает, как это сыграет. Поэтому мы от этого, конечно, пытаемся людей огородить. Вот такой момент. А является ли заблуждением, вот раньше было просто, что рак – это заболевание, причем никто не знал, что рак вообще-то разный бывает, да, что, естественно, что есть рак мозга, допустим, скорее всего, вылечить его ну, намного там, сложнее, чем тот же, я не знаю, рак груди, допустим. Что это заблуждение было, да, что рак – неизлечимая болезнь? Мне кажется, сейчас медицина развивается, и есть огромное количество, появилось огромное количество вариантов лечения, когда можно вылечить, войти в ремиссию пациента, и вообще больше не вспоминать да, о том, что у тебя было такое, действительно ли это так? Да, и вот еще раз повторюсь, мы опять возвращаемся к тому, что чем раньше мы выявили, тем больше шансов на то, что вы вы лечите, если про это забудете. Очень много пациентов, которых, которые прошли лечение, они, конечно, пожизненно проходят контроль, контрольное исследование. И мы видим, что они в ремиссии, все у них хорошо, и, слава богу, мы улыбаемся. И вот все, что они прошли, они это забывают. Ну, как бы, либо кто-то помнит, но с улыбкой, что вот, я вот боялся, не знал, я не хотел. Потому что многие люди говорят, все, я ничего не буду делать. Нет, неправильно. Нужно объединиться с семьей, нужно объединиться с врачом, довериться врачу, пройти этот непростой путь, потому что э, иногда лечение длится очень долго. Это бывает и не год, а не два, у всех по-разному. Зависит от очень многих факторов. Я думаю, что сейчас мы просто не уложимся в программу, чтобы все это рассказать. Но надо все это делать, потому что шансы есть. И, конечно, все идет вперед. Сейчас уже есть, по поводу, вот вы говорили, образования мозга, да, до того же образования глаза, допустим. Сейчас есть протонная терапия. Если раньше нужно было удалять глаз, то сейчас это пучок протона бьет в глаз, глаз сохраняется, и опухоли нет, понимаете? То есть все идет вперед. К сожалению не знаю, как это происходит, но мутирует, и заболевание оно тоже умнеет, рак умнеет, он, он нас немножечко опережает все время. Но сейчас мы ждем какие-то, надеемся, может быть, будут генетические еще прорывы, потому что мы понимаем, что мы очень сильно, конечно, зависим от генетиков. Мы должны... Если бы, знаете, мы уже знали все эти тайные механизмы, которые происходят в организме, почему происходят, когда происходят и как это вот увидеть то мы бы не болели нашим заболеванием. Но, к сожалению, вот так. А я так понимаю, что это очень важно, да, читать публикации, в том числе зарубежных коллег, постоянно обмениваться опытом, слушать конференции или ездить на конференции. Вот как сейчас в мире онкологов, да, какие есть интересные, может быть, наработки на будущее, что сейчас интересного в способах лечения есть нового появилось, о том, что мне, ну, многие люди просто даже не знают. Ну, что касаемо обмена опыта и вообще самообучение, так сказать. Врач должен обучаться с начала своего пути и до конца. У меня есть очень примеров много, которые вот я уже понимаю, что человек достиг максимальных высот, казалось бы, уже ничего не нужно, а он все равно читает литературу, все равно как бы ходит на конференции, Потому что, во-первых, обмен опыта и какие-то споры рождают. Эти споры нам дают выработать иногда что-то новое. Вообще дискуссия в медицинском мире это очень важная история. И вот как раз конференция нам очень помогает. И, к сожалению, вот в годы ковида это все перешло на такой режим онлайн. Сейчас это все возвращается. Мы видим на конференциях, как все рады друг друга видеть, потому что помимо, конечно, того, что мы решаем какие-то профессиональные моменты, которые важны и для медиков и для пациентов, конечно, живое общение, дружественное, это очень здорово. Мы объединяемся. И вот когда вот этот вот медицинский мир, локомотив огромный, пытается что-то пробить, как раз что-то получается. Что касаемо новых каких-то видов лечения, ну вот я, конечно, очень сильно развивается лучевая терапия. Вообще развитие идет во всех направлениях. Хирургия всегда что-то новое происходит, какие-то новые приемы. Хотя, казалось бы, уже идти некуда, но все равно есть определенная специальная новая аппаратура, не буду просто вдаваться в подробности, которая тоже облегчает э, хирургу работу. Это первое. Что касается лекарственной терапии, это, это уже и не новое, но все равно э, есть какая-то все время модернизация. Таргетная терапия, иммунотерапия, это все виды лекарственной химиотерапии, которые лучше действуют на данную локализацию, на данную опухоль. И вот все время идет шаг вперед. В лучевой терапии, я вот сказал уже, это, протон, протон. это также протонная терапия. Также делают сейчас очень есть, казалось бы, у нас бывают паллиативные пациенты с заболеванием головы шеи. Это такая видимая как бы проблема. Это же социально еще пациент не адаптирован, когда он приходит с опухолью на шее, она с размером в три теннисных шарика, да, и, во-первых, человек себя чувствует некомфортно, а сейчас уже научились делать имболизацию этих образований, либо химиоэмболизацию. Опухоль уменьшается, иногда даже можно спирировать. Казалось бы, уже безвыходная ситуация, можно откатить назад, чем-то помочь. И таких очень много. Сейчас еще радиоизотопы подсаживают. При помощи это все через, делается через сосуды крови, все это изотоп максимально близко к опухоли подходит, и он там как бы воздействует на опухоль. То есть прорывы, конечно, колоссальные. И сейчас у нас это все в России, да, даже да, очень вот много. Мне очень стали интересно, делать. да, да, да. Вот в России, какие да, у нас то это... есть, мы, в принципе, я вам должен сказать, мы владеем всем спектром. Если по России говорить, мы. Не отстаем, а во многом Мне я скажу, очень... что мы, наверное, даже опережаем. А в чем ну, интересно, ну в чем? В каких? Мое мнение, что, во-первых, у нас хирурги всегда лучше. Это мое сугубо мнение. Но и вот прорыв, наверное, вот этой протонной терапии у нас достаточно мощный. Мне кажется, что мы еще увидим. Это сейчас все пока начинается, зарождается, но здорово. Ну, то есть онкология не стоит на месте, развивается в хорошем смысле этого слова врачи онкология. Да. А вот мы поговорили в общем, мировую как бы такую затронули в России. А где в Одинцовском округе, в Одинцова вообще у нас есть какие отделения, куда можно пациентам попасть, какие как раз методы лечения тоже у нас существуют и доступны для пациентов. Давайте по порядку тоже. Да? Значит, начинаем с центра амбулаторной онкологической помощи. Этот центр аккумулирует в себе всех наших пациентов, которые прикреплены в нашем районе. Это пациенты, либо уже которые стоят на учете, либо туда приходят те пациенты, у которых это впервые выявлено. И там их ведут врачи-онкологи. Если пациенту показано лечение, в нашей больнице мы оказываем все спектры химиотерапии, у нас есть два дневных стационара по химиотерапии и есть один круглосуточный стационар химиотерапии. Что касается хирургического лечения для наших пациентов, у нас в больнице есть четыре профиля, которыми мы занимаемся. Это таракальная онкология, абдоминальная онкология, онкогинекология. И заболевания молочной железы. Вот эти четыре направления. Это хирургия. Что касается лучевой терапии, у нас, к сожалению, ее в больнице нет, но у нас есть четкий приказ маршрутизации. И мы направляем пациентов на это лечение в другие организации Московской области. Также в нашей больнице есть паллиативное отделение. Паллиативное отделение ⁇ это отделение уже для сложных пациентов которым оказывается симптоматическое лечение либо попытка после симптоматического лечения вернуться к специализированному лечению. Это вот специализированное... Ну, нужно тут понимать, что такое симптоматическое, а что такое специализированное. Симптоматическая терапия – это вспомогательная терапия, которая помогает человеку бороться с болью, восполнить какие-то жидкости в организме, питание. Вот Такая вспомогательная. Когда пациент уже очень тяжелый, он лежачий, он уже движется, к сожалению, в одном направлении, и мы ему максимально помогаем, чтобы он вот безболезненно, безболезненно так сказать, если уходит, то шел безболезненно но часто бывает, что вот эти пациенты, которые заезжают на каталке в это отделение, у нас получается его оттуда подвосстановить, помочь ему, мы потом переводим в отделение химиотерапии, проводим лечение, и еще получается много-много вот как бы месяцев, это здорово, когда мы продлеваем вот так вот жизнь. Вот такие мощности в нашей больнице. А вот вы перечислили четыре направления. Последние два я примерно представляю, да? что это за рак. А первые два, вот э, там такое... Значит, да, таракальное. Таракальное направление – это рак легких и все, что касается образования грудной клетки. А абдоминальное – это все, что касается органов э, внутри живота. Это рак кишки, это рак желудка, это какие-то доброкачественные какие-то образования или спорные образования, забрюшинные образования. Ну, вот такой спектр. Это... Туда не входят как бы урологические у нас локализации, туда не входят рак почки, мы этим не занимаемся. Это отделение для взрослых пациентов или в том числе и для детей? У нас в нашей больнице мы оказываем онкологическую помощь только взрослому населению. Для... Детей, детей мы маршрутизируем в другие организации. Но этим уже занимается поликлиники детские. И в центр амбулаторной онкологической помощи также приходят только люди старше 18 лет. Это уже взрослый контингент. Они должны быть полисом ОМС, правильно? Да, при том полис ОМС, конечно, должен быть в Московской области. Пациент должен зарегистрирован быть в Московской области в нашем районе. Но также к нам приходят пациенты и маршрутизируется с Московской области и с других районов по 0,57 форме. Если это нужно, с нами связываются коллеги. У нас в Московской области 22 ЦАОПа. Мы все между друг другом дружим, общаемся. если нужно помочь какому-то пациенту, и мы понимаем, что у себя мы не можем оказать эту помощь, мы маршрутизируем в другую организацию. И, и мы так поговорили на ста о стадиях, когда человек только узнает э, о заболевании, момент того, как это лечение проходит, и мы чуть-чуть затронули тему того, как люди, которые, э, к счастью, излечиваются, да, попадают в стадию ремиссии так называемой, вы говорили, что они должны будут, э, скорее всего, на протяжении всей жизни, ну, в зависимости от сложности, я так понимаю. Mm -hmm. Нет? Я сейчас поясню. Uh -huh. Что за анализы они сдают, да? как часто должны сдавать, как вот этот контроль тоже происходит? Давайте немножко поподробнее не на этом остановлюсь. Значит, все локализации рака, кроме рака кожи, именно базалиома. Базалиома у нас стоит на учете в течение пяти лет. Если все в порядке, то пациент снимается с учета. Все остальные локализации рака пожизненно должны находиться под контролем онколога. Значит, что насчет контрольных обследований? Ну, во-первых, я скажу про сроки. Для большинства локализаций скажу объединенно. Значит, в первый год после лечения каждые три месяца обследование. Второй год каждые полгода, каждые шесть месяцев. И вот уже от, от трех лет и больше раз в год. Значит, какие виды обследования должны проходить, это уже индивидуально для каждой локализации. Есть список есть четкий приказ, он лежит у каждого онколога на столе, как шпаргалка. Там написано, какие обследования нужно назначать тому или иному пациенту. Все на самом деле очень просто, все уже давно придумано. Никто... Будут, конечно, какие-то изменения, может быть, по видам, исследования, может быть, по срокам всегда происходят, переписывают со временем клинические рекомендации. Но мы за этим следим, и каждый доктор-онколог четко знает, что назначить. То есть получается, что человек, когда попадает в стадию ремиссии, он у онколога все равно остается как бы да, на да. контроле. Он правильно? должен приходить обязательно, потому что, к сожалению... К своему, то мы... есть он сразу, не через терапевта, не через других нет, врачей, он конкретно... Он напрямую записаться к онкологу. И мы с вами должны понимать, к сожалению наша проблема, наше заболевание – это хроническое заболевание. И мы должны поэтому за ним все время следить. И бывают случаи, к сожалению, когда у человека пять лет все в порядке, а на шестой год, к сожалению, где-то что-то появилось заново. Для этого и нужен контроль. Это я просто как пример. У кого-то вообще все в порядке, у кого-то, к сожалению, это происходит через полгода. Но ну, в разные случаи каждый пациент он особенный для нас. И все это прописано, к сожалению, страданиями пациентов. Вот эти все сроки придуманы не просто так. Это все уже в мире пройдено. И надо их строго выполнять. И я пытаюсь настроить наших слушателей, что это очень важно. Потому что, к сожалению, есть пациенты, которые прикреплены к нам, они мало того что не ходят сами в положенные сроки потому что вообще мне казалось что это должно быть в первую очередь в зоне интереса Вы, человека но он этого не выполняет потому что он это прошел все ничего не болит все хорошо махнул рукой так вот мало того что они сами не приходят нам у нас есть такая услуга мы их вызываем на себя активно да мы обзваниваем пациентов которые должны прийти они после этого не приходят, понимаете? О чем мы с вами можем говорить, если в первую очередь человек должен начинать с себя. И вот эту дисциплину надо вот вбить в голову наших слушателей. Это очень важно. Один врач не победит эту э, проблему. Мы должны объединяться с народом и вместе к этому идти. Такое, можно сказать, что рекомендация пожелания да, к 4 февраля в преддверии этого дня. один из, да. И тогда вот такой последний вопрос, раз мы уже, в принципе, все телезрителям нашим донесли наш посыл, да, что нужно следить за своим здоровьем, в первую очередь в этом заинтересованы пациенты. Можно сказать, рассказать вам один из случаев какого-то заболевания, которое вас просто очень удивило. Не знаю, чудо может быть какое-то, да, что человек пришел там достаточно сложным заболеванием, а из-за того, что лечение было подобрано правильно, вот человек сейчас живет и наслаждается жизнью. Вот можно такое какое нибудь Да, я могу привести пример. Мне запомнилась одна женщина, у нее был рак яичников, и он уже был запущенный уже был консерматоз, консерматоз, когда у нас уже по брюшной полости даже есть метастаза. И, в принципе, была очень большая опухоль. И ее отказывались оперировать в некоторых учреждениях. Мы провели несколько курсов химиотерапии. И, казалось бы, тоже такая была полурискованная операция, потому что мы с ней обсудили, что не факт, что получится, но нужно рискнуть и попробовать. И вы знаете, она настолько была настроена, что она вот пошла на этот риск. Я вам скажу, вот она очень хорошо ответила на химиотерапию в том смысле, что, во-первых, у нас хирургически получилось убрать все максимально возможно. Это называется циторедуктивная операция полная где убирается и, во-первых, самообразование, матка, яичники, все лимфатические узлы, которые положены, и даже брюшина, которая изнутри покрывает брюшную полость. Вот это Все убирается. И когда нам патоморфологи потом дали заключение, мы увидели, что очень хороший патоморфологический ответ, то есть это патоморфоз так называемой опухоли, и она живет до сих пор, это было три года назад ходит, улыбается. Хотя вот пришла она к нам с животом, а выглядело это как срок беременности девятый, наверное, месяц. И все, понимаете, казалось бы, с одной стороны, был период в ее жизни, когда она подумала, что это все. Это конец. Отчаялась. Да, у нас вот получилось. Это, конечно, не говорит о том, что надо всех подряд оперировать, и все получится. К сожалению, есть обратные случаи, когда мы понимаем, что этого сделать нельзя. Но вот довериться доктору все-таки иногда нужно. И пойти вот на риск, и, понимаете, три года жизни. И она в стадии ремиссии до сих пор, это очень здорово, я считаю. Вот это один вот такой из примеров, который я вспоминаю. Таких примеров много. Есть, к сожалению, и грустные примеры. Мы о них тоже не забываем. Ничего не поделаешь. У каждого своя судьба. Вы знаете, я бы еще хотел сказать да. очень важную информацию для наших слушателей, потому что стоит отметить, что, во-первых, в преддверии нашего праздника, 4 февраля, во всех центрах амбулаторной онкологической помощи 3 февраля пройдет день открытых дверей. Этот день проходит без записи. Каждый слушатель может зайти на онкопортал Московской области, в своем районе выбрать свой центр амбулаторной и онкологической помощи, увидеть расписание, там указано расписание, могут прийти и мужчины, и женщины, потому что это объединенный день и мужского, и женского здоровья, и пройти консультацию онколога совершенно бесплатно. С собой нужно иметь паспорт полис СНИЛС, надо быть прописано в Московской области, и будут проведены некоторые обследования, если нужно, врач назначит. Это один из моментов. Я должен сказать, что День открытых дверей в каждом центре амбулаторной онкологической помощи у нас проходит ежемесячно. И за две недели обычно каждая медицинская организация делает рекламу. Я вот тоже хочу обратить внимание слушателей, чтобы они за этим следили. Они могут выбрать тематику этого дня открытого День открытых дверей у нас разбит на тематики. Что за заболевание. Поэтому пациент выбирает и приходит, или человек. И также еще в Московской области был запущен онкодесант, так называемый. Значит, это в каждом районе проходит врачебная такая команда заезжает на какое-то предприятие Московской области. Это может быть какой-то завод, неважно, там школа, все, что, все угодно. что угодно и проводят работу с работниками этих учреждений проводят обследования и выявляют выявляют у этих пациентов у этих работников выявляют, к сожалению, наши заболевания и мы их лечим. А если бы вот это вот такая вот реклама и просто чтобы люди тоже знали и за этим следили что все это есть, что все это проходит, и надо просто тоже взять себя в руки и пойти туда. Что есть множество инструментов, чтобы предотвратить э, злокачественное да. образование. И что этим просто нужно пользоваться, следить. Ну, в первую очередь, конечно, единственное, что можем советовать, это следить за своим здоровьем. Это, наверное, самое главное, не запускать и не думать, что а, как-нибудь само заболело, пройдет. Да. Иногда бывает, что и не пройдет. Спасибо вам огромное, Иван Андрей. На такой чуть-чуть позитивной ноте закончим. Будьте здоровы и спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До встречи на ОТВ. Спасибо, до свидания.